целях подготовки школ к новому учебному году Главным управлением МЧС России по Республике Дагестан проводится целенаправленная работа по обеспечению пожарной безопасности учреждений образования. В связи с этим в регионе проходят профилактические обследования с осуществлением противопожарных инструктажей и практических тренировок по отработке действий на случай возникновения пожара. Очередной профилактический визит сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы номер один прошел в МБУ номер 60 города Махачкалы. Провели осмотр помещения, а также провели консультирование с персоналом учреждения. В ходе профилактического визита уделялось внимание соблюдению требований правил пожарной безопасности, такими как наличие и исправность автоматизированной системы обнаружения и оповещения людей при пожаре, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей и выходов, а также проверили теоретические знания и алгоритм действий персонала в случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций. Как отметил старший инспектор ОНД и ПР номер один Шамиль Гаджиев, были выявлены такие нарушения требований пожарной безопасности, как пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением от независимого источника питания, лестница, ведущая непосредственно наружу, не оборудована ограждением, пост безопасности не обеспечен фонарем. Отметим, что в Дагестане продолжается работа в данном направлении.